Андрей. Эмиль. Ах, это Эмиль. My apologies to Andrei. Where's Andrei? Извините, где тут Андрей? Yeah. Wherever he is. Ну, где бы он там ни был. Эмиль. And then finally he says, well, I'm 24 and I do not understand. И в конце концов он говорит, мне 24 года, и я не понимаю. I said, oh, well, you are young, so you are entitled to be confused and ignorant. Я говорю, ну да, ты такой юный, что тебе просто по штату, что называется, положено быть совершенно запутавшимся и невежественным. There are many people who try to figure out how does it work. Очень много людей пытаются выяснить, как это работает. And some try to explain it through hypnosis. Некоторые пытаются объяснить это гипнозом. And others, do you understand anything about hypnosis? Ты понимаешь, что такое гипноз? Anything. Ну, хоть что-нибудь. That means not really. Okay. Это означает, что на самом деле не понимаешь. Moving right along. Ну, others try to describe it in terms of other psychotherapeutic systems. И это все время пытаются объяснить через какие-то другие психотерапевтические системы. Did I talk about this the other day? Я вчера об этом говорил. We talked about rational emotive therapy and that the provocative therapist takes over the client's irrational B sentences. Да, да. Вы знаете, когда мы говорили о рациональной терапии, когда провокативный терапевт берет нерациональное высказывание клиента. Did I talk about this? Говорил я это? I was talking about it with somebody, but it may have been at dinner the other day. Я не знаю, может быть, я говорила об этом, но, видимо, за ужином. Do you know about rational emotive psychotherapy of Albert Ellis? Вы знаете, что такое рациональная и мотивационная терапия? What's the name? Of Albert Ellis. Альберта Эллиса. Study it. Изучите. Ellis talks about that the what happens Элис говорит о том, что происходит, это первое. Our reactions are B, or C rather, our depression, anxiety, anger, irritation, whatever. Наши реакции гнева, волнения, и так далее и тому подобное. And he says what causes our reaction is not A. И то, что вызывает эти реакции, это не А. То есть реакция одного человека, это не реакция на другого человека. But B, our interior dialogue, how we are interpreting, processing, defining. Но это, причина для этого совсем другая. А то, как мы интерпретируем наши внутренние диалоги, то, как мы интерпретируем, рационализируем и так далее, как мы поступаем с событием А. And he says the task of the therapist is to the rational substitute for the irrational things that clients are saying to themselves. Совершенно другое. То есть пункт Д. Некое рациональное объяснение тому, что клиент нерационально говорит себе. For example, the client may think it's a dire necessity, extreme necessity, for a person to be totally competent at all times in everything. Например, клиент говорит, что это совершенно полнейшая необходимость быть все время компетентным во всем, что он когда-либо делает. And what the rational substitute is that adopting a totally perfectionistic attitude is a sure recipe for failure. И рациональная, скажем так, замена этого состоит в том, что пытаться достичь совершенства во всем, стать перфекционистом, это самый верный путь к поражению. Another irrational idea. It's extremely necessary for me to be reassured and approved of always by everybody. Это то, что мне всегда совершенно необходимо. Это является просто непременным условием, чтобы меня все время поощряли и одобряли все. And he says it's pleasant and supportive to get the approval of others. И он говорит, это полезно, и это поддерживает, когда вы получаете одобрение других. But very frequently in life, it is better to get your own self-respect rather than just being totally dependent on the approval. Но довольно часто в жизни важно иметь собственное самоуважение вместо того, чтобы все время искать одобрение других. Etc. Anyway. И так далее.
В любом one случае. One rational motive therapist said, was at a workshop of mine and said, you are just taking over the client's, in provocative therapy, you take over the client's irrational B sentences. И один из моих коллег, терапевт, но работающий в области рациональной терапии, сказал, что в провокативной терапии ты делаешь то, что ты делаешь, ты берешь B, нерациональное высказывание твоего клиента о себе. Please? Mm-hmm. And you provoke them into substituting the D, rational substitute. И ты провоцируешь их до того, что они сами находят эту подмену, то есть D. Это рациональное объяснение и так далее. You need, Emil, you're a baby. And you need to learn how to the different psychotherapeutic systems. Do you understand? Эмиль, ты еще младенец, и тебе нужно изучить разные психотерапевтические системы. Понимаешь? Any other questions? Какие-нибудь еще вопросы? Вы работаете с парами? You work with couples? Yes. Работаете с семьями? And you work with families? Yes. And group therapies, individuals, couples, family therapies, and group therapies. Семьи и групповая терапия. And I've done many thousands of hours of each. И много тысяч часов того, другого и третьего провел. Мне важно, какие особенности, какие отличительные есть от индивидуальной работы. And I'm curious, what are the differences of all those types of work? Well, there's some, just a couple of differences, okay? I don't, without oversimplifying, but... все это упрощаю несколько. In some ways, they're remarkably similar. В каких-то смыслах они необыкновенно сходны. The individual is dealing with various aspects of himself, herself. Индивидуальная работа — это работа с разными аспектами ее или его. His or her expectations about themselves. И его или ее ожиданиями по поводу себя же. Okay. His hopes, his fears, his dreams. Его надеждами, страхами, мечтами. With a couple. You're dealing with people's expectations of each other. Когда ты работаешь с парой, ты имеешь дело с ожиданиями по отношению друг к другу. I want you to be this. I want you to be that. Я хочу, чтобы ты был таким. Я хочу, чтобы ты была такая. And a study in England said that. И было проведено исследование в Англии. They were asked if you married again, would you marry the same person? И парам был задан вопрос: если бы вы вступали в брак заново, вы бы вышли замуж или женились бы на том же самом человеке? And I was really amazed at this. It was something like 79% of the women said no. Я был потрясен. 79% женщин сказали нет. They had been married for something. The range was something like 7 years. И там был срок брака где-то около 7 лет. 1 to 7. They asked the men. И спросили мужчин. The men said, yeah. Something like 87% said, yeah. А мужчины 87% сказали да. And many of the women in the United States said, see. И женщины... Men get much more out of marriage than do women. И женщины США говорят, вот смотри, а мужчины гораздо больше получают от брака, чем женщины. That's one interpretation. Но это одна интерпретация. Another interpretation другая is интерпретация, that такая... and fits with much, much more research. Incidentally. И второе объяснение подходит, как бы подкреплено большим количеством исследований. Is that men tend to not bring as many expectations to the marital relationship as do women in general. Это то, что у мужчин на самом деле нет такого количества ожиданий по поводу брака, как у женщин. In Australia, the women colleagues have told me this. В Австралии женщины коллеги сказали мне об этом. That the women say. Что женщины говорят? For a woman, a man is a doorway to the future. Что для женщины мужчина — это дверь в будущее. And in terms of social psychology and status, economics, социопсихологии, статуса и экономики.
For most of the women in most of the cultures, в большинстве культур, the you know, what kind of apartment she lives in, or house she lives in, or furniture she has, and just those things, for example. То в каком доме она живет, в какой квартире, какая у нее мебель, такие вещи. It's very dependent on the husband's earning power. Очень сильно зависит от способности мужа зарабатывать. Now, more and more women, of course, are working. Ну, конечно, все больше и больше женщин работают. And in you know, modern societies, a lot of times the woman is making more than the man is. И в современном обществе довольно часто женщина зарабатывает больше, чем мужчина. So the provider role is shared, or you know. Так что роль обеспечителя семьи разделяется. And initially, men were very threatened by this, you know. И знаете, изначально мужчина находится в большом, как бы это для мужчин представляет большую угрозу. And a typical woman's reaction was, can't take it, huh? Потому что типичная реакция женщины становится такая. Flexing her economic muscles. Тебе так не нравится, да? И она напрягает свои экономические мускулы. And then when the man just said, "Hey, happiness is a working wife earning more than me." А кроме того, мужчина говорит: "Слушай, счастье это когда жена работает и больше, чем я." A lot of women got a little pissed off at the relaxed attitude of males about this provider role. Вы знаете, очень многие женщины бесятся, когда видят такое расслабленное отношение мужей к тому, что они обеспечивают семью. So it switches back and forth, these things. Так что это все переключается с одного на другое. The French do have a saying. У французов есть такое выражение. Plus ça change, plus les mêmes choses. I do not understand French. No, she does. The more things change, the more they remain the same. Чем больше вещи изменяются, тем больше они остаются теми же самыми. And when I first heard that, I studied French way back 3,000 years ago. 3000 лет назад я изучал французский в колледже. That doesn't make any sense. Я когда это услышал, сказал, это вообще бессмыслица какая-то. А теперь я знаю, что да, все это имеет смысл. У нас аналог нет ничего более постоянного, чем времени. Now we have something that sounds in a similar way. There's nothing more permanent than there's nothing more permanent than temporary things. After a while, I think somebody's playing tricks with my mind. Да, it's the same thing, but it's just camouflaged differently. Да, это просто то же самое, но закамуфлировано иначе. Yeah. So the expectations, whether the individual therapy, the person has to deal with his own expectations for himself, etc. Да, в индивидуальной терапии человек работает своими ожиданиями в отношении себя и так далее. And of course, others' expectation for himself. Да, и конечно имеет дело с тем, чего другие ожидают от него. But with a couple relationship, then you know you have to deal with the other person's expectations of you all the time. Когда ты работаешь с парами, ты все время имеешь дело с ожиданиями других людей по отношению к тебе. And some people have relatively reasonable expectations of each other, and they live a relatively conflict-free marital relationship a lot of times for many decades. У некоторых супружеских пар довольно умеренные ожидания по отношению друг к другу, и они живут относительно, я говорю относительно без конфликта на протяжении нескольких десятилетий. And others, still others, have what they're called, they constantly fight. Но другие, то, что они делают, они без конца воюют. These are called a habitually conflicted relationship. That's their habit. I mean, that is their natural way of interacting. Это называется привычно конфликтные отношения. Это просто их естественный способ взаимодействовать. Вот так. Vance Packard, the sexual wilderness defines six different kinds of marriages. Sexual what? The sexual wilderness. He said it's not a sexual revolution because that says go this way. It's a sexual wilderness. All the old signposts are gone. Mm-hmm. Он сказал, the name again, excuse me. The sexual wilderness. No, the name of Vance Packard. Vance Packard, когда он написал книгу,
сексуальные джунгли, как бы в этом роде. Yeah, он описал это. Right. Anyway, he talks about, well, Дебри. We could go into those. The different types of marriages. Okay? Он написал, что существуют разные типы браков. And one of them is the high companionship marriage. И один из них это когда такое чувство как будто это компания. Where the husband and wife are best friends. Когда муж и жена лучшие друзья. And he says, Saint Paul would have just been, you know, would have just been puzzled. И он просто был удивлен очень этим. Aristotle would have said this is impossible because you cannot, a man cannot have a relationship, a friendship with a woman because. Началось с того, что говорили, что мужчины не может быть дружбы с женщиной, потому что. Because she has hysteria, wandering uterus. Her uterus wanders around, which causes her to go, hey, I'm get hysterical. Literally. Потому что она истеричка. Потому что ее матка заставляет ее быть истеричкой время от времени. You want a theory, Emil? You look at the various theories that men mainly have talked about. They women trying to explain women. А если ты хочешь теории, послушай, мне нужно изучить теории, с помощью которых некоторые мужчины пытаются объяснить женщин. And I mean, some of this stuff reads like a comic book, you know. Знаете, часть этой книги читается как комедийная, какая-то юмористическая книга. Freud said, "All my life, I have never understood what women want." Фрейд сказал, за всю свою жизнь я так и не понял, чего хочет женщина. I say, "Well, he should have consulted with me." Ему нужно было у меня проконсультироваться. I have discovered. Я обнаружил это. It is a big, this big conference in Philadelphia. 400 people. I told you about that. 400 человек в Филадельфии собралось на конференцию. Я уже говорил о ней. And this lawyer was, you know, getting his third. What's the problem? Well, he's getting his third. His third marriage was breaking up. He was getting his third divorce. Юрист обратился ко мне. У него три брака развалились. Он в третий раз разводился. I told him you don't know anything about the care and feeding of women, and I. Я ему сказал, ты ничего не знаешь о том, как кормить и ухаживать за женщиной. And I said, do you know what every woman wants? He said. Я спросил, ты знаешь, чего хочет каждая женщина? Он сказал, нет. I said, neither did Freud. He didn't know either. Он говорит, ну и Фрейд тоже не знал, он тоже не знал этого. But in Chaucer's, blah blah blah, forget all that. Anyway, men have always wondered, what do women want? Мужчины всегда желали знать, чего хочет женщина. So I researched this out in depth. Я изучил этот вопрос до глубины. And I said, I'm here ready to tell. This man was just on point, like a hunting dog. Этот человек стоял как собака гончая на старте. Я говорю, я готов тебе сказать, что это такое. I said, but I don't know if you're ready to really understand. Ну я сказал ему, я не уверен, что ты готов понять это. Он говорит, готов, готов. I said, well, I've reduced it to one word, so a man like you could remember it. Он говорит, знаешь, я сократил весь список до одного слова, чтобы такой человек, как ты, мог его запомнить. I said, will you remember this one word? Я спросил, ты запомнишь это одно слово? Он говорит, да, да. I said, all right, what every woman wants. Я сказал, то, чего хочет каждая женщина. Is. Это. More. Это больше. More what? Больше чего? Exactly. Вот именно. And it's true. И это правда. We want more too, guys. Мы тоже, братцы, хотим больше. But don't tell them. Но им не скажем. Yeah. So I deal with these things in doing marital couples. Я имею в виду, вот с этим я разбираюсь, когда работаю с парами. And as I talked about when I discovered this thing, who has suffered more in this relationship? Ну, еще вот этот момент, о котором я уже говорил. Кто в этих отношениях страдает больше? I start off with that. Я с этого начинаю. My research shows conclusively it's 99.7%. It's the women. И мои исследования показывают со всей убедительностью, что 99.7% это женщины. They immediately sort of slide into their pieta. I have.
они тут же впадают в такое состояние, когда они жалеют. И мужчина говорит, она, конечно. Ну, пару раз на практике мужчина говорит, А женщина при этом обычно добавляет, да, и ты этого заслуживаешь. With families and stuff like that, usually they got, you know, here's the problem. Fix them, Frank or her. You know. Семьи обычно так бывает. Вот приводят и говорят, вот проблема. Разберись с ними сам. So I start playing off the expectation, reasonable expectations versus unreasonable expectations. С ожиданиями, которые имеют основания, и с безосновательными ожиданиями. And it's amazing. Families will confront each other so quickly. И вы знаете, семьи встают в конфронтацию так быстро. But they're also, it's a formed group. I mean, they'll be with each other for decades, one way or the other. Но и при этом они могут быть на протяжении десятилетий друг с другом, так или иначе. And in group therapy, I've done, I don't know. So что же касается групповой терапии? The powerful thing about this is that it's one thing if your trained therapist understands you, etc., and can think of seven different ways out of this double bind that you are in. Одно дело, когда обученный терапевт как выбирает семь пунктов из этой связи тесной, в которую попали люди. But it's a very different thing if people just like, you know, if we're patients or clients in a group, and if people just like us understand us, that's very, very powerful. Но совсем другое дело, когда просто вот те люди, которые собрались в группу, которые попали, это может быть случайно, такие люди, как мы, понимают нас. Это очень-очень трудно. Because immediately several big truths which everybody knows are proved to be false. Потому что моментально некоторые из тех великих истин, которые знает каждый и которые многократно доказывались, оказываются фальшивыми. For example, one. Например, ultimately, we are all alone. That's a pile of crap. Ну, например, что в конечном итоге мы все одиноки. I think that was made up by an only child who was a therapist in New York City. Я полагаю, что это было придумано одиноким ребенком, который стал терапевтом в Нью-Йорк-Сити. Where everybody works at keeping 19 million people in the metropolitan area away from themselves. Okay. Там, знаете как, каждый стремится к тому, чтобы 19 миллионов человек, остальных там 19 миллионов человек, удержать на расстоянии от себя. But if you were raised number 9 in a family of 12 children and a family of 14 people, and somebody told you, ultimately you were alone, you said, when, where, how do I get it, Но если ты вырос девятым ребенком в семье, где было 12 детей, то есть всего 14 человек в семье, и кто-то говорит тебе, что в конечном итоге мы все одиноки, ты говоришь, где, когда, каким образом? So the person in group therapy may come into the group thinking that, oh, I'm so depressed, I'm all alone in the world, blah-blah. И человек, который приходит на групповую терапию, может быть, думает, что я в такой депрессии, я совершенно одинок в этом мире и так далее. But if just everyday ordinary people can understand me, and support me, and like me, I'm not alone. Люди в повседневной жизни могут понять меня и поддерживать меня и так далее. И если я могу им нравиться, значит, я не один. And implicitly and explicitly many, many possibilities immediately present themselves. И скрытые явно многочисленные возможности тут же предоставляются. The idea of, well, if you really knew me, you wouldn't like me, is not necessarily true. И вот эта идея, что если бы ты по-настоящему узнала меня, я бы тебе не понравился, она тоже совершенно несправедлива. So I used to think that group therapy was sort of a rather superficial, although economical, substitute for individual therapy. Но некоторые считают, что групповая терапия — это довольно поверхностное замещение по финансовым причинам индивидуальной терапии. But that's not true. Something more deeply meaningful. Это не так. Transformative of things that happen in group therapy.
из них очень, очень имеет большой смысл и сильно меняют людей в групповой терапии. There are a lot of funny things that happen in therapy. Есть много странных вещей, которые происходят. And when I was doing client-centered therapy for a number of years, before I discovered provocative therapy. Когда работал с клиентами, с индивидуально с клиентами в терапии, до того, как я открыл провокативную терапию. I used to chew the inside of my lip on the left side to keep from laughing in the client's face, you know. Знаете, я обычно прикусывал внутреннюю сторону губы, просто чтобы не расхохотаться над тем, что происходило с клиентом. With couples or with families, with... В равной степени с парами, с семьями. But I discovered group therapy. I had scar tissue developed because of, you know, chew on your lip, cause yourself pain so you don't laugh at the what the client is saying. Знаете, у меня там шрам образовался, потому что когда все время прикусываешься губу, чтобы тебе было больно, ты не расхохотался над тем, что. But I discovered provocative therapy and have developed no new scar tissue there. Но я после этого обнаружил, что можно делать провокативную терапию, и я сделал так, что больше никаких шрамов на губе у меня не образуется. Okay, who's next? Следующий. Bring up the next guilty client. Следующий виноватый клиент. Spell, please, Ellis. What? The author of the book, the sexual wilderness. No. Sexual wilderness. Albert, A-L-B-E-R. Albert Ellis. Albert Ellis. E-L-L-I-S. Это он же. I-S. There you go. And it's Reason, his big book is Reason and Emotion in Psychotherapy. Это называется Здравый смысл и эмоции в психотерапии. No, I agreed, Peter, to see Andrei and Farida. Пообещал, что проводится с Андреем и с Фаридой.